привет всем ценителям беззаботной жизни на острове Пхукет. С вами снова я, Олег Попов, и телегид по Пхукету «Знак качества». В этой специальной серии программ я буду рассказывать вам о самых надежных производителях и самых качественных товарах острова. Ведь именно они делают нашу жизнь здесь особенно прекрасной. Когда живешь на Пхукете долгое время, бурная туристическая жизнь и яркое солнце отходят на второй план, и начинаешь особенно ценить тишину, покой и приятную прохладу. И это не секрет, что здесь, в жарком, влажном, а порой даже душном тропическом климате, только помещение с правильными окнами способно подарить ощущение настоящего комфорта. Поэтому, если в вашем доме уже стоят окна из высококачественного ПВХ, вы сделали правильный выбор. Если же нет, то эта передача создана специально для вас. Ведь я собираюсь рассказать вам о компании PSD, которая вот уже 9 лет выпускает окна мирового класса здесь, на острове Пхукет. Сейчас мы находимся в шоуруме компании PSD, который расположился в Tesco Lotus Talang, что в 3 километрах в сторону аэропорта от всем известного памятника двум сестрам. Здесь можно посмотреть и даже потрогать собственными руками знаменитое немецкое качество. Компания PSD действует на острове с 2004 года и предлагает своим клиентам широкий выбор окон из ПВХ высочайшего качества по доступным ценам. Компания предлагает все виды окон и оконных конструкций, таких как патио, лоджии, домашние спортзалы, обсерватории, лаундри. Вот такие гигантские окна весом в 500 килограммов производятся только в одном месте на Пхукете – на заводе компании PSD. Все материалы для изготовления оконных профилей импортируются из Германии и произведены одним из лидеров рынка – компанией «Века». Важно отметить, что на сегодняшний день PSD является единственной компанией в Таиланде, которая предлагает целых 10 лет гарантии на свои окна и конструкции. Согласитесь, 10 лет – это долгий срок. Мы привыкли чинить все своими руками и за свой счет. В данном случае ничего подобного не случится. Здесь вам с легкостью устранят любую поломку и даже поменяют отломанную ручку. Кстати, а вот и он, известный на весь мир профиль ПВХ. Большинство архитекторов, застройщиков и защитников окружающей среды рекомендуют именно его, что неудивительно. ПВХ – это наиболее прочный, долговечный и простой в эксплуатации материал. Такие окна не требуют ни покраски, ни какого-то особого ухода. Кроме обычной чистки влажной тряпкой ничего больше не нужно. Рама ни при каких условиях не гниет, не отслаивается и не ржавеет. Кроме того, ПВХ не выделяет никаких вредных веществ, то есть экологичен. Пожалуйста, фото двух самых первоклассных профилей на память. Кстати, благодаря двойному остеклению у окон ПВХ появляются дополнительные преимущества – теплоизоляция и звукоизоляция. Вот посмотрите. Кто бывал на Патонге, знает, какое это шумное место. Но в гостиницах, где стоят окна от компании PSD, как, например, в этой, постояльцы могут спать спокойно. И все это благодаря двойному остеклению. Впечатляет, правда? Очень примечательно то, что завод по производству высококачественных окон ПВХ находится прямо здесь, на Пхукете. Поэтому любая поломка, которая может приключиться с вашими окнами, будет устранена в тот же день. Все работники завода – очень ценные кадры. Большинство работают в компании уже много лет. И каждый владеет всеми азами оконного производства. Здесь нет распределения обязанностей. Все умеют все.
Сейчас мы имеем уникальную возможность посмотреть процесс создания настоящего окна. Интересно, что обозначает эта схема? Ну? Yes? Yes? Пошел, пошел! Уплотнитель! Главное, не отрезать себе палец. О! В этой дырочке будут вставлены ручки. На этом станке шлифуются места стыков. Под действием высоких температур части рамы плотно склеиваются между собой. Ну вот, рама готова. Вставляем стекло. Что касается стекол, вы можете выбрать любое на свое усмотрение. Противоударное, с защитой от ультрафиолета, с каким-нибудь оттенком. Все, что только пожелаете. Для всех конструкций предусмотрены москитные сетки. Здесь без них никак. А сейчас давайте вспомним занятие, которое некогда объединяло и без того прочные русские семьи. Правильно, заклеивание окон на зиму. Русскому человеку не нужно объяснять, что хорошие окна – это те, которые способны долго удерживать тепло. Так вот, здесь, в Таиланде, окна из ПВХ делают то же самое, только с прохладой. Особый состав ПВХ препятствует нагреванию окон. Вся жара остается снаружи. И если вы сторонник разумной экономии, то непременно оцените это качество по достоинству. Ведь если ваш кондиционер работает беспрерывно, то ежемесячные счета за электроэнергию могут омрачить вашу беззаботную жизнь. Однако с такими окнами достаточно лишь охладить комнату. Далее кондиционер вам не нужен. Прохлада останется с вами надолго. Кстати, сейчас мы находимся в Serenity Terraces. Все окна и двери, что вы здесь видите, дело рук работников компании PSD. Красиво, не правда ли? Надо сказать, что обычные профили ПВХ с годами могут начать желтеть. Профили компании PSD остаются белыми и выглядят как новые долгие годы. А все это благодаря высокому содержанию диоксида титана. Портфолио клиентов производителя поражает. Здесь и многие надежные застройщики Пхукета, множество гостиниц, кондоминиумов, лакшери, виллы и даже королевский гольф-клуб на Самуи. Окна компании PSD стоят в резиденции почетного консула Германии на Пхукете, а также в резиденции британского посла в Бангкоке. Среди клиентов компании есть и другие выдающиеся люди. Например, легенда Формулы-1 Кими Райконен. Кстати, его резиденция находится здесь же. Ну что же, я надеюсь, мой сегодняшний рассказ помог вам определиться с выбором окон. Знайте, что если на Пхукете производится что-то достойное, я обязательно вам об этом расскажу. Смотрите телегид по Пхукету и его специальные выпуски «Знак качества». А сейчас извините, мне пора насладиться покоем и прохладой. С вами был Олег Попов. Пока!